Сейчас. Блин, медленно, да, мы едем. Что, поехали? Мы едем, как и приехали, через Николу Мальцу. Ну да, сейчас будет это песочек, потом будет вот этот мостик, потом будет кладбище, потом собаки, потом опять кладбище. Они спят уже, Олесь. А мы не Черкасов? Вот Черкасов, вот школа милиции. Вот забор это, да, школа милиции Черкасов. Сейчас уже как бы проехали, все. Сейчас через там 15 минут мы будем уже на Карбатке. Наверное. Thank you.
Здесь ты можешь с этой стороны нормально проехать. С той стороны высокий вот запрыг. Туда-сюда. Здесь как будто бы дождь был. Дорога мокрая что-то. Это Олесь Тимофеев. Про бизнес и как-то вебинар, про приглашать. А потом пишет подпись внизу, А вон там Луну фоткает, сейчас забудь. Фоткает? Ну, фотографирует, да, Луну. У него любимое занятие. У него большое. А? Когда он фоткает? Не знаю, мне кажется, месяца два назад. Видишь, большой зум приближает Луну и фоткает. А, получается есть. Красиво. Есть даже такое название. Есть люди, которые ездят за город, далеко-далеко, и специальными насадками на фотоаппарат фоткают Луну. Чтобы вообще там все кратеры было видно. Есть такое типа хобби. Да, знаешь, всякие насадки, типа как телескопы. Там где-то бегала. Здесь никто не живет. Здесь точно никто не живет. Кушать хочется, помыться, пожрать. И в интернет. Нет, конечно, я помочь, поем и спать. Я буду спать. Не, я не работаю, я инвалид. Я потому что инвалид? Как? Я так себе придумал. Если я буду работать, как мне жить-то? Я и так не успеваю телек некогда посмотреть, кино некогда посмотреть. Что-то все делаю, делаю. Ну я не то, что не люблю. Мне не нравится звездочка вообще в принципе. Самое неудобное, нет. Самое лучшее это все-таки синема. Удобные кресла.
Большой экран. Меньше. Больше. Меньше. С синими? Ты, значит, не была на большом экране. Там же много залов. Да. Поэтому я лучше посмотрю дома, у меня экран все равно больше, чем в той же самой. Ну, относительно. Плюс зрители, которые орут что-то там, пищат, пищат. Ну, единственное, что в кинотеатре звук лучше. Но я не могу себе позволить звук, потому что у меня соседи. У тебя колонки есть как? Я не могу их включить. Но я не вижу смысла. Сзади там. Там бабушка живет. Одинокая. Уже что-то усталость. Да. Усталость и уже голод начинает. Не, ну я перед отъездом съел суп куриного хорошо. Сейчас налево, вот сюда направо. Ну да. Взял с собой бананы. Но я не думал, что мы так надолго. Мне казалось, что мы пару часов туда, пару часов обратно. 11-12 край. Мы же всеми уехали как бы. А в результате, видишь, получается, что уже на 2-3 еду, уже не могу. Сейчас приеду. Я приеду, курица, рис. Вот туда вот, где стоп. А ты все съел? А, Саш? А. Ты опять на наркоте, что ли? На своей. И у тебя сегодня чай Липтон заряжает. О, даже ворота открыты. Кто-то там ночью копает. Обычно вечером закрывают. А? Не, ну знаешь, может, уехали или приехали. Есть же он постоянно, видишь, всякие эти благоустройства делают. Не, я имею в виду, уехали, забыли закрыть, например. Или там сторож поехал с бухлом. Здесь же он постоянно, ну почти все время. Что, от вандалов? Ну как бы да. Тут же, во-первых, при церкви это кладбище. Оно уже как бы считается заброшенным. Но видишь, все равно похоранивают постоянно. Так да, тут есть могилы такие реальные. Как бы денег там вложено